Яндекс Ньюс. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Сбывшиеся надежды. И данные обещания. Флешмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. В студии Радио Болтком. По пятницам в 3 часа. В программе «Очевидец». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 8 мая, день окончания Второй мировой войны. И по этому случаю мы в программе «Очевидец» решили вспомнить историю, которая... Ну, как говорят историки и специалисты, краеведы, хорошо известно всем, но как простой обыватель могу констатировать, что история не очень известная, поскольку, ну, как-то в нашей прессе не очень любят об этом рассказывать и говорить. А речь идет о так называемой группе генерала Курелиса, которая была создана в 1944 году командованием рейхскомиссариата Осланд, и ее руководитель генерал Янис Курелис имел намерение повторить опыт 1918-19 годов, когда с помощью фактически немецкой оккупационной в тот момент армии, которая находилась на территории Латвии, фактически страна получила независимость, а потом и смогла ее отстоять. Кстати говоря, наш сегодняшний эксперт, журналист и, ну, можно так сказать, исследователь истории Константин Гайворонский. Добрый день, Константин. Он у нас на прямой связи по скайпу. Здравствуйте. Да. Он описывал и этот эпизод, то есть гражданской войны в Латвии 1918-19 годов, когда фактически Ригу от большевиков освободили части Ландесвера, которые большей частью состояли из немцев, которые и этнические немцы, которые жили здесь, на этой территории, и те, которые были, так сказать, рекрутированы из бывшей оккупационной армии Германии. Вот именно эти силы и русский отряд Анатолия Ливина освободили Ригу в мае 1919 года, а затем они фактически были оттеснены, и, ну, история случилась так, как она случилась. Так вот, сегодня мы хотим, так сказать, рассказать об эпизоде, который имел под оплекой или, так сказать, намерением, что ли, сценарий того самого 18-19 годов. И идея генерала Курелиса состояла в том, чтобы, вооружившись с помощью оккупационных немецких войск, затем обернуть оружие против них и против наступающих советских частей и таким образом восстановить государственную независимость Латвии де-факто. Это так, Константин? Ну, примерно так. И вот вы явились первооткрывателем для русского читателя дневников Яна Грегора. Это офицер из штаба Курелиса. Расскажите, пожалуйста, как вы, ну, столкнулись с этой личностью, что вас заинтересовало, почему вы решили перевести эти дневники и опубликовать их? Я, честно говоря, уже не помню, по какому поводу я искал в Латвийской национальной библиотеке, что я искал в Латвийской национальной библиотеке, на сайте, точнее, ее. И когда я наткнулся на эти дневники, там они были выложены на латышском языке, мне показалось, что этот эпизод очень будет интересен и русскому читателю. И вот почему. Во-первых, у нас о группе Курелиса вообще очень мало знают. По моим наблюдениям, даже среди латышей достаточно мало известна эта личность и те идеи, которые им двигали. А уж Янис Грегорс – это вообще уникальный человек, потому что, ну, мы привыкли, что в Легионе и в группе Курелиса там воевали в основном люди,
настроенные изначально достаточно резко антибольшевистски. Да? Тот же Багерский, генерал-инспектор легиона, он был офицером русской армии, в свое время командовал дивизией Колчака. Ну, Курлис, то кстати, такой... тоже был офицером русской императорской армии. Да. Они все практически были, и в том числе идейный вдохновитель Курлиса, которым считают капитана Уполникса из его штаба. Они все воевали на стороне либо Латвийской национальной армии, либо на стороне белых в гражданской войне в России. А Грегорс здесь такое очень яркое исключение, потому что мало того, что он возглавлял один из лучших полков Красной армии в гражданской войне, так он еще и был награжден орденом Красного Знамени, боевого Красного Знамени. По тем временам это, ну, серьезная награда, которую можно было приравнять там, по отношению к Великой Отечественной войне, к званию Героя Советского Союза. И вот путь этого человека, который в свое время воевал за то, чтобы установить советскую власть в России, а потом, значит, воевал практически против той же советской власти в 44-45 годах. Мне показалось, что это очень такая показательная, интересная история, наводящая на размышления. А как сложилась судьба Грегорса? То есть он демобилизовался из Красной армии и вернулся в Латвию, на родину? Почему? Да. Если начать историю с самого начала, то он был молодым человеком перед Первой мировой войной, только успел закончить учительские курсы в Вольмаре, в Валмере. И во время войны его призвали, отправили в училище прапорщиков. Тогда как раз создавались латышские стрелковые батальоны, позже переформированные в полки. И вот он попал в 5-й земгальский полк под командованием Йохима Вацитеса, тогда полковника русской армии, а через пару лет он станет главнокомандующим Красной армии. А если не с этим полком, он, соответственно, прошел ряд боев в 16-17 году, а потом оказался вместе с красными латышскими стрелками в России. И в отличие от большинства офицеров латышских стрелковых полков, которые выбрали антибольшевистскую сторону, он остался в полку после 18 года и возглавил полк. И вместе с этим полком вписал очень яркие страницы в историю гражданской войны, в частности при обороне Казани и особенно при отражении наступления Югенича на Петроград осенью 19 года. Там практически 5-й земгальский полк, его тогда называли 5-й особый земгальский полк, потому что он был дислоцирован в Москве, и его кидали на самые ответственные участки гражданской войны. Так вот, осенью 19 года возникла такая ситуация, когда был кризис, Петроград был накануне падения, и туда перебрасывали резервы, и важнейшим резервом был вот этот 5-й земгальский, который сумел мало того, что остановить наступление Югенича. Они же там еще и отличились тем, что они остановили наступление английских танков, которые англичане поставили день еще. И вот. Тогда это было страшное оружие, конечно, но замгальцы справились. Они получили тогда второе красное, сам полк получил почетное красное знамя, второе, первое он получил за оборону Казани, а Грегорс получил за эти бои орден Красного Знамени. И перед ним, конечно, открывались блестящие возможности в Советской России, он мог пойти дальше по военной линии, стать там комдивом, командармом. Но, тем не менее, он предпочел вернуться в Россию, здесь стать простым учителем. В Латвию вернуться, вернее. Да, именно в независимую Латвию. Стал здесь учителем, там стал инспектором потом на школу в Лымбаже. И совершенно спокойно жил со своим красным знаменем. Он ее, конечно, открыто не носил, я думаю, но хранил где-нибудь там в ящике. Совершенно спокойно жил здесь до 40-го года. Вот. А потом случились всем известные события 40-го года, которые совершенно перевернули его, видимо, представление о мире. И начиная с 43-го он начинает сотрудничать с генералом Курлисом, который поставил... Он по возрасту не подлежал призыву уже в Красную армию в 40-м году? Его репрессии затронули, не затронули? Нет, его репрессии не затронули, а в 40-м году призыва в Латвии... В 41-м году, точнее, с началом Великой Отечественной войны призыва в Латвии... Мобилизации, всеобщей мобилизации в Латвии не было. Ну, то есть он не был связан ни с организацией айсергов в буржуазной Латвии, ни с какими другими формированиями, которые, ну, фактически Нет. явились базой там для людей генерала Бангерскиса. Да, в том-то и дело, он даже не служил в латвийской армии, как
и остальные участники этих событий, и он просто, ну, вернулся в Латвию и был там, вот, условно говоря, простым чиновником Министерства образования. Итак, значит, Янис Курелис еще в 43-м году задумал вот эту свою идею формирования такой особой части в составе немецкого вермахта, которая должна была бы взять власть в свои руки. Да, эта идея возникла в 43-м году, она возникла одновременно с формированием легиона СС, латышского легиона СС. А тут дело в том, что между Курлисом и Бангерскисом существовали... Бангерскис — это практически генерал-инспектор легиона СС, который и осуществлял его формирование и призыв. Между ними возникли идеологические разногласия. Дело в том, что Бангерскис, полностью разочаровавшись в возможности, скажем так, мирного сосуществования с Советским Союзом, с Советской Россией, поставил на Германию. Он считал, что только победа Германии даст латышскому народу какой-то шанс на существование. И он считал, что, создав легион и доказав свою доблесть в боях с Красной Армией, он таким образом подвигнет Гитлера и верхушку Рейха, скажем так, на то, чтобы признать латышей народом арийским, скажем так, да, и достойным... Вот, своего государства или своей, да, какой-то, да, автономии. Да, именно. Своего государства и автономии. Курелис и его начштаба Уполникс, они с самого начала были настроены достаточно скептично по этому поводу. И они ставку сделали на повторение событий 1917-1919 годов, когда сразу рухнули две империи. Это такое очень, конечно, редко случается, когда две противостоящие большие империи, сначала российская рухнула, потом германская рухнула. И на обломках этих империй, можно сказать, в Восточной Европе возникло сразу несколько государств, в том числе и Латвия. Самой крупной была Польша, Финляндия, Эстония, Литва, и вот Латвия была в этом списке. Они надеялись, что нечто подобное может повториться на исходе Второй мировой войны, когда Советский Союз будет достаточно истощен для того, чтобы занять всю территорию, которую занимают, которую оккупировали немцы. Ну и немцы будут достаточно истощены и вынуждены будут каким-то образом пойти на компромиссы с теми, как в 18-м году, когда практически они не смогли удержать Балтию под своим контролем. У них же были планы здесь очень обширные. Они хотели и колонизировать сюда, и переселить сюда 2 миллиона немцев. Но когда в 18 году они проигрывали Первую мировую войну, они поняли, что все эти планы... Они, ну, не то чтобы они сами поняли, но там были страны Антанты, которые весьма кардинально и категорически вступились как бы за свои права на этой территории, конечно же, которые они пытались реализовать руками Улманиса. То есть... Ну, там не совсем та история. Да. История заключается в том, что страны Антанты, вот эта территория конкретно, она для них занимала третьестепенное место. Да? Главное, что они сделали, страны Антанты, для независимости Латвии, это они разгромили немцев на Западном фронте. Потому что если бы не это, то здесь не было бы никакой Латвии, здесь было бы какое-нибудь Балтийское герцогство. Даже если бы война закончилась в ничью на Западном фронте, то ситуация в Латвии для Латвии была бы очень трагична. Потому что отсюда выехало огромное количество населения, а страна потеряла половину населения в Первой мировой войне. Не убитыми там и умершими, да, а эвакуированными в Россию. Если бы немцы сумели удержать Западный фронт, то они здесь просто осуществили бы свою колонизационную программу уже в 18 году. Итак, генерал Курелис расходился во взглядах с Бангерскисом, не поддерживал создание латышского легиона и выступил с идеей формирования своего какого-то воинского формирования. Да, и да. Как вот это происходило, как ему удалось убедить вермахт в том, что... Да, он заявил, что вот есть у нас две дивизии легиона СС, давайте мы создадим некую специальную группу, которая будет заниматься... то есть там были две задачи.
она будет заниматься на оккупированной территории, то есть на территории, которую контролируют немцы, противопартизанскими действиями, а на территории, которую контролирует Красная Армия, они будут засылать разведывательные группы, диверсионные группы, которые будут вести там диверсионную деятельность и организовывать партизанское движение. Немцам эта идея показалась поначалу привлекательной. И они дали добро на формирование группы Курлиса, которая выросла в итоге в такой 3000-й усиленный полк. Это немного по сравнению с численностью двух дивизий легиона СС, но тем не менее это была вполне организованная группа, которую Курлис, он, конечно, не хотел воевать за немцев, то есть он там саботировал любые их распоряжения, касающиеся каких-то реальных диверсионных действий в тылу Красной Армии. Он эту группу хранил на последний час войны, чтобы с ее помощью, чтобы бросить ее на весы и с ее помощью добиться каких-то для Латвии результатов. Так Янис Грегорс, он вошел тогда в штаб Курлиса, да, и да, дальше как развивались события? Да, он вошел в штаб Курлиса, ему эта идея тоже понравилась, и он стал вести дневник. И вот этот вот дневник Грегорса, он на сегодняшний день является, наверное, одним из самых интересных и достоверных источников про то, что люди вообще в этой группе думали, как они себя ощущали, какие идеи их питали, и главное, что они видели вокруг себя. Потому что чем интересен этот дневник? Он хотя бы интересен тем, как Грегорс описывает планы немцев по эвакуации Риги, по эвакуации вообще латышского населения, населения Латвии, из Латвии. Потому что в ходе войны на территории, допустим, Псковской области немцы применяли тактику выжженной земли. Они все население, которое было в Псковской области, они угоняли на запад, сжигали деревни, чтобы Красная Армия пришла на выжженное место, условно говоря, чтобы у них там не было ни людей, никого, никакой ни продуктов, ничего. Не ресурсов. Да, ничего. Угу. И эту же тактику немцы решили провернуть на территории Латвии. И когда читаешь дневники Грегорса, сначала до августа 44 года он к этому как-то относился более легко. Он даже сам пишет о том, что вот встретил крестьянку из-под Крустенса, которая рассказывала, как якобы явились к ней офицеры Красной Армии в латыши. И она у них спрашивает, ну а как нас выселять-то будут? А они ей говорят, выселять будут всех, кроме тех, у кого партбилеты. Вот те, кто с партбилетами, значит, выселят. То есть только коммунистов оставят здесь, а всех остальных, значит, выселят. Так это офицеры Красной Армии пришли к ней? Или Это слухи, скорее всего. Это, конечно же, это слухи, потому что, ну, с какой стати офицеры Красной Армии будут рассказывать такую чушь? Угу. Но дело в том, что вот этот страх того, что Красная Армия придет и всех выселит, поголовно всех выселит в Сибирь, она реально была очень распространена. И Бангерский, кстати, тоже этого очень боялся. И, он боялся или использовал это как пропагандистский какой-то маневр? Да. Это в том числе я уверен, что немцы через свою агентуру тоже участвовали в распространении этих слухов, потому что им тоже было выгодно, чтобы люди сами боялись прихода Красной Армии и сами бежали на Запад, оставляя за собой просто выжженные хутора и опустевшие города. Но в какой-то момент Грегорса это начала, вот эта вот ситуация, когда немцы начинают поголовно выселять целые волости, она его начала несколько напрягать, потому что все это очень начинало напоминать Первую мировую войну, когда из Латвии уехала масса людей при приближении немцев. Допустим, из Курзема потерял тогда половину населения. В Курземе до Первой мировой войны было порядка 840 тысяч человек населения. А в 18 году там оставалось 400 тысяч. Масса латышей бежала сначала в Видземе, а потом дальше в Россию с наступлением. Земля просто опустела.
Именно это, кстати, подтолкнуло немцев на мысль о том, что а вот же пустая земля, здесь же можно расселить немецких колонистов. И до Курлиса и до Грегерса начало постепенно доходить, что, ребята, а что ж мы делаем? Мы сейчас просто всех наших людей, всех латышей, мы вывезем неизвестно куда. А что же будет с этой землей? Здесь же тогда больше не будет Латвии. Угу. И она будет населена другими людьми, переселенцами из России, там еще кем-то, еще кем-то. И начиная с августа 44-го они как-то стараются, ну не то что препятствовать, как-то, но между собой у них такие очень-очень тревожные разговоры, а что же будет с Латвией, когда они слышат призыв Бангерскиса, что латыши должны покинуть эту землю, мы все равно сюда вернемся, как бы там ни было, да, мы повторим 19-й год, когда потом же латыши вернулись, много очень беженцев из России вернулись в Латвию в 2020 году. Нам нужно только победить, нам нужно только выстоять, нам нужно продержаться. Но к августу 44-го стало ясно, что Германия-то проигрывает войну. И делать ставку на то, что вот сейчас все латыши эвакуируются куда? В Восточную Пруссию, а потом они вернутся, это такая очень... Призрачная надежда, да? Рискованная игра, это игра в русскую рулетку. Может получиться, а может не получиться. И что тогда в Латвии будет без латышей? Как она будет называться через 5 лет? Угу. И особенно на них повлияла, конечно, эвакуация Риги, когда осенью 44-го года, когда Красная Армия стала подходить к Риге, и Грегерс побывал в Риге, и у него просто волосы дыбом встают, он пишет в дневнике, что страшные дела творятся, людей просто сгоняют. 2-3 октября началась обязательная эвакуация, обязательная, подчеркиваю, жителей Риги на запад. То есть людям давали на сборы буквально 2-3 часа, и всех поголовно от 14 до 55 лет. Мужское население, да, вот мужское население, особенно от 14 до 55 лет, и женщин тоже, то есть всех работоспособного возраста, и Грегерс посчитал, что получается, что из тех 200 тысяч человек, которые в Риге на тот момент жили, 150 тысяч должны были эвакуироваться. То есть в Риге не осталось вообще никого. А это почему-то называется эвакуация, а не депортацией? Вы видите разницу? Потому что это как бы считалось, что это для вашего же блага. Придет Красная Армия, и вас все равно всех выселят в Сибирь. Так лучше уж давайте в Восточную Пруссию, в Данциг мы вас на кораблях отвезем, в Курземе, там как-нибудь перекантуетесь, чем вас сразу в Сибирь лопатами снег убирать там весь. Вот, поэтому это, ну, официально, конечно, это называлось эвакуация, да. А как бы это называлось, если бы это реально осуществилось, мне даже трудно себе представить. То есть, ну, практически Рига бы обезлюдила. Вроде бы никого не осталось. Ну, им не удалось эти 150 тысяч человек вывести, потому что у них просто не хватило времени или потому что народ саботировал это? Так, ну и то, и другое, безусловно. Если бы взятие Риги затянулось до там, декабря или до января 45-го года, то вполне возможно, что у них времени бы хватило. Народ, конечно, не хотел уезжать, но потому что, во-первых, куда? А во-вторых, там многие уже к этому времени, ну, разочаровались совсем в Германии. Они просто не верили, что Германия выиграет и что им удастся после победы Германии вернуться в Ригу. То есть они понимали, что они уезжают никуда. Уезжали в основном, то есть охотно уезжали люди, которые ожидали, что они будут репрессированы советской властью по каким-то причинам. Либо, ну, то есть пособники какие-то оккупационного режима и сочувствующие и так далее. Да. Ну или просто люди, которые там считали, что вот они могут подвергнуться репрессиям. Угу. По классовому принципу. Ну то есть вот эвакуация жителей из Риги была таким, может, поворотным пунктом в этом дневнике Грегерса, да, который особенно вот шокировал. После этого у него отчетливо антинемецкие нотки появляются и в рассказах, то есть сцена, которую он записывает, как, допустим, латыши из группы Курлица всячески стараются противодействовать немцам, там как-то спасать, заботиться о беженцах, еще что-то. Он даже пишет, что иногда в лесах все чаще стали постреливать, и немецкие машины ездят с латвийскими флажками красно-бело-красными. Да, это тоже показатель такой. То есть это значит, что не только красные партизаны начали постреливать по немецким машинам, но и дезертиры из латышского легиона СС. Они, кстати, очень много привечали дезертиров таких, хотя они
официально с ними должны были бороться, группа Курлиса, но они росли в основном за счет того, что к ним масса народу из латышского легиона СС, разочаровавшаяся в возможности борьбы за Адольфа Гитлера, перебегали. Их вот эта вот идеология Курлиса больше устраивала, дождаться своего часа и попытаться склонить чашу на свою сторону. То есть Курлис в своем подразделении, он не скрывал своей идеи, и он открыто делился с, с офицерами и с солдатами? Конечно, там каких-то официальных приказов он не издавал. Но, судя по дневникам Грегорса, разговоры в группе Курлиса были именно такие, что немцы не лучше, чем большевики. И это очень показательный момент, потому что, допустим, Бангерский, он до конца сохранял, и многие, кто служил в легионе, они до конца сохраняли иллюзии, что немцы все-таки лучше, что большевики – это страшное дело, лучше с кем угодно, только не с Красной, лишь бы против Красной армии. А Курлис и его группа, они именно тем и интересны, что они достаточно быстро разочаровались в немцах, и они считали немцев таким же злом для Латвии, как и Красную армию, большевиков, как и Советский Союз. Интересно, я вот зачитаю тоже, в свою очередь, фрагмент из дневника Грегорса за 7 октября 1944 года. «Теперь и немцы, как и большевики, устроили нам ловлю рабов. Но что бы ни случилось, народ не может оставить свою землю. И преступно думают те латыши, в кавычках, которые эвакуацию всего народа считают избавлением от смерти и Сибири, потому что Германия, где ближе Сибири. Генерал Бангерский считает, что все латыши должны уйти в Германию. Пусть даже они вернутся через 30-40 лет. Он с ума сошел». Ну, такая вот оценка очень радикальная. И трудно было, наверное, предполагать, что не нашлось ни одного там доносчика, который бы сообщил немецкому командованию о настроениях, которые зреют в группе генерала Курлиса. И меры должны были последовать. Да, и они последовали, конечно, в том-то и дело. И они последовали со стороны командующего войсками СС и полиции в Латвии генерала Экельна. Он вызвал сначала к себе Курлиса. Причем, когда он его вызвал, то сначала в штабе Курлиса обрадовались, думали, что они очень много и долго добивались того, чтобы было сделано какое-то официальное заявление о том, что Латвии будет предоставлена, если не независимость, то хотя бы самоуправление. Но никакого официального заявления не было. Им все время говорили, что не время, политическая ситуация не та, фюрер все время занят. А фюрер вообще, честно говоря... Ни сном, ни духом не знал. Конечно, да. Все авансы, которые давались тому же Бангерскису при создании легиона, что типа вот вы повоюете, мы посмотрим, как вы повоюете, и тогда решим, стоит ли вам давать независимость. Они давались ведомствам Геббельса, причем Геббельс сказал Экельну, чтобы он давал эти намеки так, чтобы потом того же Геббельса ни в чем нельзя было упрекнуть, что он типа обещал это сам независимость. Да. Да, чтобы враги Геббельса не смогли донести Гитлеру, что тут у вас тут за спиной заговоры зреют. Да, да, да. Тут латышам, каким-то латышам независимость обещают, эсэсовцы, с какой стати. И они все добивались, Курлиши. Дайте нам обещание. И вот когда Курлиса вызвали в Кекельну, то они составили целый меморандум, в котором написали, что латышские солдаты знают, против чего они борются, но они пока не знают, за что они борются. Объясните же нам, за что мы боремся, дайте нам обещание. Меморандум этот представил Курлис Экельну? Да, 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 он, значит, попытался его представить, но Экельн даже читать не стал, потому что разговор-то был совершенно о другом. Он сказал, что тут до нас дошли сведения, что вы привечаете дезертиров из легиона СС, латышского легиона СС. Так вот, давайте прекращать с этим делом и вообще, кстати... Прекращайте все эти предательские разговорчики, а то, намекнул, что меры могут последовать очень, очень суровые. Ну, поскольку... Это было 1 ноября, да? Да, да, да. Поскольку как бы люди не вняли, да, то есть они продолжали надеяться на то, что они смогут провести эту третью линию, да, не за красных и не за нацистов.
то последовали меры со стороны немецкого командования. То есть группу Курлиса окружили, обстреляли из минометов. 7 ноября. Угу. Да, и заставили 14 ноября сдаться. Окружили, да. 7 ноября была запись в дневнике Грегора. Серьезные люди предупреждают, что нас окружат и расформируют, если не сказать хуже. Ну да. Экин решил, что надо сразу действовать по варианту хуже. Да, нечего их расформировать, они разбегутся по лесам и потом еще будут по нашим солдатам стрелять в спину. Нужно их сразу в лагеря военнопленных отправить. И вот они их окружили, заставили сдаться, причем ну, были в штабе Курлиса люди, которые хотели сопротивляться, но сам Курлис понимал, что это бесполезно, прольется просто лишняя кровь и приказал сдаваться. Этому приказу подчинились все, кроме батальона Рубениса, капитана Рубениса, который решил прорываться, прорвался. Потом еще неделю сражался с немцами, покуда самого Рубениса не убили, не погиб в бою. После чего большинство сдалось в плен, но 100 человек из батальона Рубениса еще в составе красных партизан в Курземе продолжали войну до мая 45 года. И вот это, конечно, история совершенно поразительная. Мне очень жаль, что даже в латышской прессе очень мало знают о Рубенсе и вот об этих людях, которые вот так себя проявили, честно говоря. То есть говоря, они все-таки поняли, что самоуправление им дадут не фашисты, не немцы, а красные? Ну, не то чтобы они это поняли, но, по крайней мере, эти люди сражались до конца за Латвию, за Латвию, как они ее понимали. И, безусловно, они заслуживают, на мой взгляд, величайшего уважения. И вот в их бы честь проводить какие-то мероприятия, марши. Потому что вот эти люди реально сражались за Латвию. Как они ее, за свободную Латвию. Как они ее понимали. Потому что, честно говоря, когда говорят, что легион сражался за свободную Латвию, и Люди не понимали, что что Гитлер не даст им независимость. Ну как они не понимали? Ведь Курлис, Грегерс, Уполникс, Рубенис понимали. Почему Бангерскис не понимал? Шоры у него на глаза упали. Но это же его проблемы тогда. А вот группа Рубениса, она реально сражалась за независимую Латвию, можно сказать. Ну, как кстати, могло? Да, с историей группы Рубениса связан еще один такой трагический эпизод. Это когда после нападения в Курземе на немецкий конвой разыгралась такая трагедия в волости Злекас, вокруг одноименного населенного пункта. Когда просто Экель начертил, говорят, что на карте круг в радиусе инцидента с этими немецкими офицерами и просто приказал эту окружность полностью зачистить, уничтожить всех жителей и сжечь все хутора. Да, ну это в духе Экельна, да. Ну то есть здесь практически реализовалось то, что... Такие массовые зачистки в Латвии вообще не производились до этого. Я как бы так вот не знаю, чтобы... Ну, да, до этого не было, потому что не было такого партизанского движения, как в Белоруссии, допустим, да, где... Ну, или в Латгалии. Да, где целые районы. Ну, в Латгалии в меньшей степени, но в Белоруссии же там целые районы контролировались партизанами, и там, конечно, противопартизанская борьба была жесточайшая, с массой жертв среди мирного населения, в том числе с участием полицейских батальонов, латышских полицейских батальонов. Вот, Константин, еще один вопрос, который возникает, это почему члены, офицеры из штаба Курлиса пошли под трибунал, и многие, в том числе Грегорс, были расстреляны, а сам Курлис уцелел и, не был расстрелян. Да, хороший вопрос. На этот вопрос мог бы только Экельн ответить, но, к сожалению, его уже не спросишь, потому что его повесили в Риге в 1946 году. А я думаю, что здесь чисто политическая игра была. То есть Экельну
Важно было имя Курлиса на всякий случай. Мало ли потом, как обернется ситуация. Может быть, удастся уговорить его стать вторым Бангерскисом. Да? Или если что-нибудь с Бангерскисом случится, то имя Курлиса, в принципе, было на слуху. Может быть, его готовили на такую роль. Ну, решили на всякий случай сохранить ему жизнь. А вот людей из штаба Курлиса, которые его подбивали вот на этот третий путь, их, конечно, решили не щадить. Их решили расстрелять. Причем характерно, что в трибунале, который принимал решение о расстреле этих 8 офицеров из штаба группы Курлиса, включая Грегерса, участвовали и два, по крайней мере, фамилии двух латышских офицера из легиона СС, подчиненные Бангерскиса. И вот они в том числе вынесли этот смертный приговор своим, так сказать, соплеменникам. И он был произведен, ну, приведен в исполнение незамедлительно, или они еще какое-то время находились под следствием? Нет, практически сразу в дюны Лепы вывезли и расстреляли. А место захоронения известно или оно осталось неизвестным? Я, честно говоря, не знаю. По-моему, нет. По-моему, нет. Тогда сложно. А каким образом дневники уцелели, и когда они были опубликованы, вот вы их нашли в Национальной библиотеке, значит? Да, я нашел в Национальной библиотеке в электронном виде уже. Честно говоря, они попали просто в немецкие документы, и вместе с... То есть, когда группу разгромили, то, разумеется, все документы штаба группы опечатали и перевезли в штаб Экельна, а поскольку ему эвакуироваться из Курзамского котла не удалось, то они в свое время попали в архивы сначала Красной Армии, а потом были переданы в Латвийский государственный архив, там и сохранились каким-то чудом. А потом они были опубликованы в каких-то периодическом издании, в каком-то журнале, ежегоднике, ну, на латышском языке публикация, где произошла и когда? Ну, я ее видел в Латвийской национальной библиотеке на сайте уже в электронном виде, поэтому трудно мне сказать. Да, там ссылка была на какой-то сборник публикаций. Сейчас не смогу определить точно, но в любом случае это очень интересный документ, которым можно только порекомендовать ознакомиться каждому, кто интересуется историей Второй мировой войны в Латвии, потому что там масса интересных подробностей о том, как вообще человек с очень непростой судьбой оценивал те события, которые происходили в Латвии в 43-м, 44-м, 45-м годах. В 45-м уже нет, расстрелян был в 44-м. Интересно, почему, ну, как бы, историография страны нашей не придает такого значения этим документам, как бы, может быть, следовало. Это ведь действительно были люди такие чистые сердцем, насколько я могу судить из опубликованного. То есть идеалисты, патриоты, так сказать, люди, которые любят свою землю, свой народ и хотят ему блага. Да, ну, да. То же самое, наверное, можно сказать и про Бангерскиса, но Бангерскис уже очень явно выбрал сторону зла, и сейчас это очевидно. Тогда это, может быть, было не так очевидно, а сейчас это очевидно. Честно говоря, я не знаю. Мне кажется, что здесь, конечно, политика вмешивается в... Константин, у нас есть звонок. Сейчас мы попробуем радиослушателя. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Извините, не с самого начала слушаю вашу передачу. Очень интересная передача. Можно вот попросить Константина уточнить еще раз, где можно про Рубениса почитать? Потому что вот там, где место гибели его батальона, там просто висит табличка «Место гибели батальона» и все. А вот таких каких-то вот сведений, где еще раз не можно, можно вот про эти вещи почитать? А честно говоря, ну, есть просто такой отдельной монографии, которая описывала бы все это, я, наверное, сейчас не назову сходу, потому что... Да, вот это, кстати, и проблема, да, что есть масса исследований по латышскому легиону СС, причем, знаете, такие достаточно подробные, там, с описанием чуть ли не по дням всех боев, а вот про Рубениса, про Курлиса мне такой монографии толстой не попадалось, поэтому вот так сходу.
Ну, для начала, конечно, рекомендовал бы ознакомиться с дневниками Грегоса, благо они в свободном доступе. Угу. На латышском, правда, языке, но я думаю, что для нас, если погуглите, то можно найти статью Константина об этом человеке и с публикацией дневников. У нас есть еще один звонок. Добрый день, говорите. Добрый день. А вот как все-таки вы ответили себе на вопрос? Вот позиция Рубинса, ну, нейтральная. То есть, с одной стороны, диаметральная позиция просоветская, с другой пронацистская. И почему латвийская историография, вы поняли, о чем я говорю. Почему не берут эту позицию, как бы... Почему его не превозносят как героя? Тогда бы можно было где-то искать компромисс между двумя крайними позициями, но берут же пронацистскую позицию, отвергая не то что просоветскую, но и даже эту как бы условно-нейтральную позицию. Угу. Да, спасибо. Да, ну, политика, безусловно, политика. Ну, конечно, политика влияет, но о чем мы говорим? Мы же все понимаем прекрасно, что политика, она такова, какова, да, и все мы видим, что латышские, даже умеренные, позвольте мне так называть, без обиняков, да, здесь все свои, чего там скрывать. Есть латышские партии, есть русские партии. Есть избиратели латышских партий, есть избиратели русских партий. И мы видим, что даже умеренные латышские партии, они всегда прогибаются под требования национального объединения. Требование национального объединения одно. Даже не требование, а, скажем так, позиция. Это раскол. Это раскол общества. Расколу общества гораздо лучше служит история легиона СС, чем история Рубинса. Да. Вы совершенно правильно заметили, что история Рубинса, она способна как-то... На ней можно искать какие-то точки соприкосновения. На истории легиона их очень трудно искать. Поэтому выпячивается легион. Только из-за политических мотивов. Угу. Почему латышская история это в пути, это нужно спросить вот латвийских историков, наверное. Спасибо большое всем, кто позвонил в студию. Спасибо Константину Гайворонскому, журналисту и, краеведу, исследователю, любителю истории. Военный историк будет. Да, военному историку за его публикацию дневников Яна Грегора, офицера штаба генерала Курелиса, который создавал свою группу для того, чтобы использовать сценарии 18-19 года для восстановления государственной независимости Латвии или хотя бы ее самоуправления. В 1944 году, но, к сожалению, потерпел поражение. Сегодня в программе «Очевидец» с вами была автор и ведущая Людмила Прибыльская, а Константина Гайворонского мы, наверное, еще раз пригласим через пару недель, чтобы поговорить о событиях гражданской войны в Латвии и об освобождении Риги, которое произошло благодаря усилиям Ландесвера. И что это было за формирование, и кто в нем служил, об этом мы поговорим через пару недель, к годовщине освобождения Риги от большевиков. Добрый день. Вам доброго. И, конечно, слушатели с наступающим праздником. Да.